Мы недавно с Ниной были в музее современного искусства имени Дмитрия Сергеевича. Как всегда, при виде чего-то прекрасного и непонятного, сначала мы подумали о своей неадекватности, а потом мы подумали о Рише. Размышления о Шпекере, родившиеся при созерцании картины Сальвадора Дали «Павший ангел». Риша Ванна. Да. Кирпич там. Наше размышление о Пекеле. Вот это ангел павший, в нем ящичек не счесть. Побольше и поменьше. И в каждом что-то есть. Таков и Миша Пекер. Миша два. Хорошо, да, уже это? А где ящик? Таков и Миша Пекер. Он ангел и чета, в нем ангельский характер и мысли глубина. А ящиков побольше, чем в ангеле том есть, размеры меньше, больше, и в каждом что-то есть. Возьмем, к примеру, средний, широк он и глубок. В нем Миша держит перья, писать, чтоб ими блок. Блок на любую тему. Нас тема не страшит. Порог, невинность, тело, гастрит, радикулит. О догах и пирогах, про баню и налог. Не боги пишут блоги, но Миша в блогах бог. В снах эротичных мечтают, как он к ним приходит, их бог. Ящик внизу, тот покруче. В нем половое влечение. В этом ящике стерлась ручка от частого употребления. Еще есть ящик забытый, в него Миша лезет нечасто. Лежат там проблемы быта, а к быту он безучастен. Убрать, приготовить, купить – все это мешает жить. Все это нужно забыть, а вместо секс-ящика открыть. Но здесь начинается бой. Ему говорят, закрой, свой ящик закрой и спрячь инструмент. Не заслужил ты этот момент. Кутерьма из кандалов возникает. Кутерьма из кандалов возникает. Супруги выражаются разно. Ящик то выдвигают, то задвигают. Шума много, но нет оргазма. Всем понятно, решение найдут они. Всем понятно, каким оно будет. Подойдут родители Мишины, уберут, приготовят, купят. Волнуясь наслаждение предвкушая, когда калифорнийской правды глаз вдруг прозвучит судьбу нам возвещая. Готова я скакать и прыгать и вопить, услышав мудрые правды откровения. И каюсь, хочется мне Таню упустить за то, что в ней черпаешь вдохновение. В глазах твоих собралась не напрасно вся грусть, тоска еврейского народа. Меня от работ твоих очей прекрасных бросает то в огонь, то в воду. Боюсь взглянуть я на тебя, боюсь не совладеть с собой, боюсь улыбка там и для меня. Не ведаю, не зная, ни покоя. Это было тогда. Ой, все еще с нами ведает, сколько я знаю. Это было тогда. Вот за это меня Мишина мама до сих пор любит, я знаю. Окей, сегодня. Не знаю больше сна, я и покоя. В том виноват и ты, и менопост. Калифорнийской правды глаз в застое. Теперь на интернете чушь несешь. В твоих глазах по-прежнему тоска, генетика еврейского народа. Не найдешь ты больше дурака, бросаться из-за них в огонь и воду. Прошло немало лет, не буду я юлить. По-прежнему люблю, ценю и уважаю. По-прежнему хочу я Таньку укусить. За что конкретно и сама не знаю.
Сказка о Михаиле Пекере по мотивам Александра Сергеевича Пушкина. Итак, две девицы под окном, так трепались вечерком. Говорит одна девица: не слыхали вы, девчонки, ей жених в одной сторонке. Бабы по нему ревут, Мишкой Пекером зовут. Отвечает то, что слева: да, я знаю, как не знать. Много лет тому назад он журнал свой издавал. Поумнее тот, кто был, экземплярчик сохранил и на деньги от продажи новый дом себе купил. А еще один судачек с рюкзаком тяжелым скачет по горам и по долам, не угнаться и чертям. Выглядит он как Самсон, пасть порвет любого он. Когда танцуют бабы, ты к нему не подходи. Он такие закидон отчебучит, что гляди. Импровизирует он смело, никому не собравать, и поэтому партнершу ему трудно подыскать. Стрепенулась та, что справа. Ой, загорелась она. Я бы замуж за такого с удовольствием пошла. Отвечает на то, что слева, на скамеечке сидит. Я бы тоже бы не прочь. Я гожусь ему точь-в-точь. Молва вторит им в ответ. Жениха-то больше нет. Предпочел он всем невестам красную девицу одну, все ее зовут Татьяна. И красивая эта пара, счастливо они живут. Конец сказки прямо тут. Я там мед, я там был и мед там пил, по усам тепло, добро. Я не знаю, что сказать. Крышка, мы тебя очень любим. Я надеюсь, то, что мы сейчас показываем, это отражение того, что мы тебя очень любим. Сейчас покажем мы всем, кто Пекер есть и зачем. Он пишет блоги для женщин в Фейсбуке. Он ищет психов кругом, он завлекает их дом и с ними песни поет голышом. Сначала с первой и со второй, а после с третьей очень громко. Потом с четвертой, затем с шестой, а пятой нету и все. Он им забьет косячок, уложит их на бачок. Он им расскажет, что климат приходит. И только доктор спасет, не надо встать на учет. А вот и номер для вклада на счет. Сначала первый, потом второй, а вот и третий, не стесняйтесь. Вот это первый, а вот второй, а это третий, и все. Я только Мишка не жил, с кем только он не дружил. Учился в Брянске, жил в Киеве, в Хайфе. Велись рыбу ловил, а домового косил. Но лишь в Карбине счастливый он был. Еще одну, а после третью очень грязный. Еще бы тальку отмыть ему, но надоело и все. Кто Мишку близко не знал, в палатке с ним не лежал, то не нашел в этой жизни кумира. Как уже станет для нас, как Ленин, Энгельс и Маркс, на
наш лише ветер в чеканный анфас, кто не согласен со мной. Едешь на ветер, хорошо. Едешь обратной, юбилей еще, кто не согласен со мной. Кто собирается переставать танцевать? И прошу всех наших записных фотографов и видеосъемщиков не забывать на каждой вечеринке снимать, как мы с Мишей танцуем, для того, чтобы пополнить эту коллекцию. Действие курения полезно, о финансах не посреть не буду. Вообще все тебе на свете интересно, Миша скажет, если спросят, почему, почему. Вообще все тебе на свете интересно, Миша скажет, если спросят, почему. Возглавлял ты круг друзей литературы, прятал книги сам издата на дому, заметал следы советской агентуры. Миша скажет, если спросят, почему, почему, заметал следы советской агентуры. Миша скажет, если спросят, почему, за тобой увел серьезные походы на майданах и по горному Крыму. Есть что вспомнить, молодые были годы. Миша скажет, если спросят, почему, почему. Есть что вспомнить, молодые были годы. Миша скажет, если спросят, почему. Макса Эдельса, не разделяя взгляда, бросил к черту суету и кутерьму. Из рая транзитом и на запад. Миша скажет, если спросят, почему, почему, до Израиля транзитом и на запад. Миша скажет, если спросят, почему, разговаривают дома две собаки, за хозяином пошли на голову. В доме с Мишей не бывает даже драки. Миша скажет, если спросят, почему, почему, в доме с Мишей не бывает даже драки. Миша скажет, если спросят, почему, подготавливает темы вечеринок, рифмы в воздухе витают, как в дыму. Миша видео нарежет из картинок. Миша скажет, если спросят, почему, почему, Миша видео нарежет из картинок. Миша скажет, если спросят, почему, все девчонки к Мише чувствуют мужчину. Всех достоинств слов не спрячешь ни к чему. Есть единственная в мире половина. Таня скажет, если спросят, почему, почему, есть единственная в мире половина. Таня скажет, если спросят, почему, Таня нежная и кроткая подруга, много дел неприятного ему, и в беду они и в радость друг для друга. Миша скажет, если спросят, почему, почему, и в беду они и в радость друг на друга. Миша скажет, если спросят, почему, по-семейному собрались мы сегодня, но не пить же в день рождения одному. Миша больше, чем товарищ Миша родня. Мы расскажем, если спросишь, почему, почему, Миша больше, чем товарищ Миша родня. Мы расскажем, если спросят, почему. Я не могу начать на церемонии без того, чтобы камеры были включены. Замечательно, вот. Thank you.
Yeah.